Всем привет, дорогие друзья, основной канал Бат 73. Продолжаем метро 2033. Так, что я опа подрезал. Мы сейчас с Бурбончиком зашли на станцию, какую-то проспект Мира, по-моему. Опа, найс, так, надо поискать ключик. Давайте пока затаримся, он нам дал денег на противогаз, на фильтры. Опа, подрезали, опа. Они сами не дураки. Опа, нормально, кач, подрезали везде. Надо найти ключ от того сундучка. Опа, она, вижу. Приспали вообще, просто всех на глазах спиздил. Нормально, 32 патрончика. 30 патрончика. Не надо меня домогаться, я не такой. Ты че охуел, че в рот, блядь, дам? Блюдок. Командир сейчас занят. Подойди позже. День машиниста мы уже отмечали два раза на этой неделе. Мой сын сегодня... Что-то подрезать здесь? О, есть. Поздравляю. А, это выпить. Ну, это... Опа, еще подрезали. Мы сейчас так, бля, подрежем, неплохо. Нет. Хорошего действия тут нету. Тихо. А я у мамы попрошу кутер с крысой и грибами. Это от трех охотников, которые отправились на станцию полежать. Ну и после того, как она сгинула. После, конечно. Ну, и что случилось? Они обнаружили, что на станцию никто не наблюдал. Это хозяин туннелей приказал жителям станции вообще ничего не вырезать. Ух ты, круто как! Все, теперь иди за бутербродом. Зачем это? Я и так уже все знаю. Давай, кати за мной на своей дрезине. Ах ты дрянь мелкая! Нифига себе у вас цены! И я больше. Благодарю вас. Отличная одежда! Так и будет с вами сын. Наследие великого Чергизона! Я же помню, тут хорошее действие есть. Так, это патроны. Опа, записочка. Че, подрезать нельзя тут у него? Это пушки. Вот тут вам тир. Да? Угу. Можно вот эту. Второе испытание. Так, погнали. Наверное, скорее всего, там бабки в этой коробочке будут. Есть. Ух ты, блядь, это сейчас я прокосил. Ну ладно. Третье. Найс. Сейчас бабки посмотрим, потом пойдем в магаз, пушки поменяем, прокачаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и зарядочка. Зарядочка. Ебать. Ух ты, ебать, как много.
Пиздец. Хуеть, блядь. Езда, бля, как много их. Надо бы автомат купить сначала. Чисто. Надо тут зарядить хоть 15 патронов. Это быстрее. Пизда, блядь. Ох ты, вообще ошибок не прощает. Качаем. Найс. Заряжаемся. Сейчас. Блять. Фух, блядь. Ебать жестко. Да, должны сейчас такую сутку нахуй дать по-любому. Да пошли вы нахуй. Я 10 потратил, 35 получается только в плюсе. Это ни о чем, 35, я, блядь, тут 5 минут нахуй потратил. Так, ладно, пушки. Пушки. Сразу тут хуйню выкидываю, потому что это говно. Да, вот это вот, да, 5-зарядное еще более-менее. Отличное оружие, не пожалеешь. По тюнингу. Коллиматорку поставим. Удлиненный ствол. Лазерный указатель тоже пойдет. У меня тут только ублюдок калаша здесь нет, значит я оставляю этот. Это только лазерка и прицелка здесь нету, чтобы баллон воздух не стравливал такой хренью. Здесь что по тюнингу, понятно. Здесь что, глушитель. Вот это по-любому надо поставить, вот это надо по-любому поставить. Ну-то оставлю я. Вот это поставлю. А здесь что? Здесь я поставлю тогда вот это вот только. Вот эту. Ну и лазерку на каком-то похер. Так, здесь что у нас? Значит, нормально все. Так, аптеки одну можно слить. Рад, что мы договорились.
Здесь что у нас? Патрончики. На них сплавить можно. Вот так можно взять. Вот так. Ну и все. Найс. Вообще, погнали-то на выход туда. С Бурбоном пообщаемся, если он там. А, он стоит. Значит так, я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Зашибись, все, выдвигаемся. Погнали. Сегодня даже вначале никто ничего не заметил. Это Земля, третья планета Солнечной системы. Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. Это как называется наша галактика. Млечный путь, но зеленым человечкам это ни о чем не скажет. Бурбон? Будто сам не знаешь. Ну давай пульки и проходи. Я уже Михи запошлял. Но мне-то ничего не платить. Ну если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Это Москва. Вот дерьмо. Да. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Люди, если вы живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу. Никто меня не слышит. Нет никого. Чугунная спина. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Да вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Удачи. Спасибо. Да, походу он не заплатил. Ха-ха, Михся, блядь. Как это пиздел. Чувство, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо. Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь... Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбо. Добро пожаловать домой. Ребят, прям это, дико извиняюсь, телефон отвлек прям вот на 5 секунд, так сказать, меня. Что ж, продолжим. Тихо. Опа. А теперь будь очень... Очень на стрёме. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Опа. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыли ищут. Ты сука, ладно, не буду. Без них метро бы уже давно скопытило. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует, вдруг тут есть еще... Это как понимаю, что я в него не выстрелил. Хорошее действие, да? Ага, опа. Так что ты давай, гляди в оба. Еще одна растяжка. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Ой, блядь. Случайно верлей вывел. Что тут у нас? Так. А тут и маслинок насыпала. Так, а где ключик? Наверное, где-то внизу. Я не верю, что он не открывается. Что-то Бурбон хуёво обыскал. Опа. Опа, еще подрезал. Здесь ничего. Так, возвращаемся туда, подрезаем сундук. И погнали дальше. Да, найс. 38. Бля, вот реально, вот мне в тире столько же дали. Только здесь, блядь,
потратил минуту, ну может быть две. А там, блядь, на минут 5-6, наверное, потратил в тире. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим. Ну, как добазарились. Кто, блядь, где? А вот он. Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, нычкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артём. Давай, прыгай, я тебя поймаю! Ну да. Было ожидаемо, что он не поймает, блядь. Да что ж мне так не прёт-то, а? Придется тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту. Тебе туда. Вот. Я тебя буду ждать в здании. Там есть укреппозиция ордена. И не тормози. И главное, Артём, главное, не ешь жёлтый снег. Пидарас, блядь. Опа. Щимим нахуй. А, он не за мной, найс. Это говна кусок. Это фильтр. Срочно. Блять, пизда. О, сука. Ах, сосать нахуй. Черти, блять. Нормально, нормально. Всех вынес. Пойдет. Пойдет. Угу. Что тут? А где? Где ключ, сука? Не понял. Где ключ? Там все помотлоплазитесь. Ага, я его вижу. Вот он. Здесь радиация огромная. Надо юзать. Вот, неплохо, найс. Во, соточка, вот это сейчас вообще неплохо, мы сейчас подрезали. Прямо охуительно. Погнали дальше. Ну, как говорится, ребят, пользуйтесь, кому надо, вдруг кто-то не находил этот ключик. Я нашел. Спасибо. Глюканы. Здесь нихуя нет. Опа. Опа.
Угу, нычка, нычка, найс. Все подрезали. Ну это окошко поменять, тихарь. А сейчас мы на первый этаж, получается, ебанем, да? Суки. Пидорасы, блядь. Зажали. Ну все, погнали дальше. Let's go. Так, ничего, да? Здесь что-то может есть подрезать? Вот 3 минуты фильтр. Нормально. Надо его, чтобы он не забыл. Пидорас, блядь. Кто нахуй? Кто нахуй? Еще. Сюда не вариант. Здесь что? Патрончики. Неплохо. Нет, ничего. Опа, пойдет. Да, блять. Надо нажимать, 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 нажимать. Сосать, на. Лови, блять. Фильтр пойдет. Это пестик мой, у меня такой же, по-моему, да? Ну да. Только мне попизже. Опа, еще подрезали. Плохо. Что-то есть? Нет. Угу. Ну, больше здесь ни хера и нет, да? Ну да, Спарта, Тодди. Блять. Сука, застрял. Минус. Еще патрончики. Ну, он хоть не забыл, это радует, что, значит, подкрепления не будет. Фильтров мне, походу, максимум, да? Походу, да. Секретное место нам дали, кстати, хорошие действия, ребят. Ну, типа, походу, магазин какой-то был. Я их выхлестнул нахуй, просто как детей нахуй.
тут-то есть. Пойдет. Три патрона, правда, это ни о чем, конечно. Ну похуй, ладно. И лучше, чем ничего. С этим пестиком пока давайте погоняем. Хорошее действие. Получили, кстати, только что. И радиацию схватили сейчас только что. Счетчик Эйгера сейчас пикал, блядь. Нам туда, по идее. Давайте здесь осмотрим. Мы же еще должны исследовать. Может, деньжат нафармим? Опа, еще какой-то. А, это я туда уже был, получается, да? Вернусь, нахер там тогда сделать срез. Походу, чел повесился. Глюканы какие-то. Заметочка. Ребят, прочитайте, кому интересно. Так, я дальше пошел. Походу тот день, когда, короче, ракеты полетели. Въебали все здесь. Ладно, поехали дальше. Сучара, блядь. Хуя, блядь. Хуя себе, через забор подрезал все у него. Неплохо. Так, это мы перешли на другой берег. Мы вон там убегали, вон, да. Так, здесь что-то у нас есть, нет? Фонарик. А, там не эти, пиздюки. Че, их убить? Наверное, я думаю, да. Плохое действие. О, кстати, да, ребят, я вам хотел показать плохое действие. Да там оно. Вот это, ребят, плохое действие с таким звуком. Да, сейчас нам дадут пизды. Так выйдет плохое действие, и наказание за это плохое действие, блядь. Но больше мы таких действий решать не будем, это чисто на пробу. Так. Здесь радиация, надо здесь идти. Съебываться срочно. Нам, наверное, сюда куда-то. Да. Да, да. Нам сюда. Тихо.
сюда нахуй. Так, вон сюда еще. Опа, еще одна. Тихо. И еще одна. Бля, какой глазастый, сука. Этого Хантера нашли, короче, его записку предсмертную сказать. Так, спускаемся далее. Так, чё у нас тут, ничего нет, подрез, да? Или есть что-то? Фильтр, тут ничего нет. Подрезал чуть-чуть. Блин, тут радиация прям ебенит. Ну, звук, слышите, счетчика Гейгера? Ебашит, блять. А вот мы походу и пришли туда, куда он говорил. Сучара, блядь. Хуйню. Молодца, отлично сработано. Подожди ты, я тут все с него взял. Пойдет. Индия. Подожди. Так, заметочка. Опа-на. Опа. Найс. У меня тут дробовичок был. Ключик. Ищем ключик, здесь нет. Здесь что? А вот здесь и ключик. Пойдем подрежем. Еще надеюсь, соточку. Вообще неплохо. Затаримся пушечками, вообще по кайфу. Как только у нас будет первая возможность. Ну, бля, полтишок тоже неплохо на халяву, тем более. Что вот, ребят, вам всем совет. Никогда не рашьте игру, блять. А смотрите по сторонам. Это очень много полезного вам может дать. Вообще бы я пробежал, у меня бы ни хуя денег вообще бы не было. Тихо нахуй. И зарядим эту штучку. Вот дерьмо-то. А здесь закрыто. Давай понемногу отходить. Да не понемногу, а как следует. Зарядочка. И зарядочка. Так, да хуя. Главное, Найс.
там открылся эта хуйня, что я не понял. Эти проломили, что ли? Монстры, блядь. Ворот, там же были, там был забор же такой лежачий на земле. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Погнали. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все в норме. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. Хозяин? Пизды получил. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай! Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Так, ну что ж, ребят, давайте на этом пока да, завершим. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте и ставьте лайки. Всем пока!